Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать в такую игрушку, как Бравл Старс. Наконец-таки вышло новое новогоднее обновление, которое, ребятки, добавило в игру новый режим, а именно режим дуэли. Сегодня мы его с вами затестим. И, друзья, конечно же, перед началом моего видосика попрошу вас влепить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видео не пропускать. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, но мы с вами начинаем. Поехали! Ну что, друзья, выбираем наш режим дуэли, и вот так вот будет выглядеть наша менюшка, когда мы выберем этот режим. То есть у нас теперь будет три бойца, мы как бы в дуэлях будем играть, естественно, один на один, но у каждого, как бы, человека, у каждого соперника будет по три бойца. Допустим, в первом раунде одного убивают, и он в следующем раунде играет за другого уже бойца. То есть принцип вы, наверное, поняли. Сейчас, конечно, в игре это все покажу, и, друзья, как видите, я также разблокировал свой Бравл Пас полностью до конца, и в конце видосика мы его с вами, конечно же, откроем, ребятки. А также у меня появилась новая награда, а именно силовая лига. И теперь, друзья, получается, я превращаюсь потихоньку в киберспортсмена по Бравл Старсу, да, если можно так сказать. Короче, это мы уже с вами затестим в следующем видосике, но прямо сейчас я предлагаю уже наконец-таки отправиться в дуэли с нашими бойцами. Кстати, я бы на самом-то деле Эдгара поменял, потому что мне нужен боец, который стреляет на дальние расстояния. И сюда бы, наверное, подошел либо Бо, либо Джесси. Давайте, наверное, все-таки Джесси возьмем. Так, подожди, давайте сейчас быстренько все распределю, и мы с вами продолжим. Значит, все-таки решил я вот так сделать. Первого бойца я взял, конечно же, Лолу, второго я взял Колет, и третью я взял Тару. Надеюсь, то, что с ними я, ребятки, затащу. Каждый боец, естественно, стрелять на дальнее расстояние, чтобы было нам удобнее. Ну и, ребятки, поехали. Кстати, оцените новое новогоднее вот это меню загрузки. И мы, кстати, попались против Динамайка. Блин, вот это, конечно, от этого дядьки можно ожидать все что угодно. Ну ладно, давайте попробуем, конечно, сейчас его выиграть. Надеюсь, то, что он не будет ожидать, что я сейчас прям так резко начну нападать. Он, наверное, будет думать, что я буду бегать. А я вот так вот чисто, ребята, делаю. Хоп, а что у меня? Не понял. Так, ладно, иди-ка сюда. Так, Челекс, он сейчас будет скрываться по-любому. Подожди, иди-ка сюда, хорошо, давай. Еще немного, тихо, спокойно. И, ребятки, давайте добиваем. И, найс, ребятки, все, добили, хорошо. Так, следующий у него Барли. Он что-то, он вообще бойцов, если честно, фигово взял для этого режима. Он взял Барли. Хотя Барли, не знаю, может быть, он, кстати, подойдет. Но, короче, сейчас посмотрим. Типа, я от его также смогу спокойно сейчас убегать. И вот так вот чисто его сейчас дожму. Нет, я не смогу спокойно убегать, ребятки, я его не дожал. Ладно, хорошо, я неправильно тактику выбрал, короче, пошел на пролом. Но у меня есть сейчас Колет с ее способностью офигительной, которую я могу сделать чисто... Ага, он сейчас уже кидаться начнет, да? А я сейчас сделаю чисто вот так вот, на нафиг, хорошо, и вот так вот чисто... Да что ж такое, вот так чисто закидывай его, закидывай, давай. Так, если нужно прицелиться, давай, опа, хорошо. Давай вот так вот, и давай... Как так-то? Нет, подождите, я не должен, ребятки, проиграть. Как я сейчас слил два раза, вы чё? Так, хорошо, подождите. Это, ребятки, это разминка, как бы. Первая разминочная игра, делаем вот так вот чисто. Хорошо, вот так вот, и закидываем его, закидываем картами. Все, Тарк, кстати, изи, сюда подходит. И, ребятки, мы с вами раунд выигрываем, отлично. А, сейчас финальный раунд будет против Джесси, получается, да? Ой, Джеки. Джеки против Джеки, но ее главное к себе не подпускать. Чисто вот так фига, сейчас смогу... Ой, смогу через ограждение бить. Ну все, иди сюда. Короче, ее просто не подпускаем, просто играем вот так вот издалека. И просто ждем, пока ее зона дожмет, и все, ребята, как бы эта победа, наверное, наша будет 100%. Так, тихо, осторожно, куда ты там, куда идешь? А ну-ка, давайте мы сейчас сделаем вот таким вот образом, чисто, хопа, вот сюда вот давай. И, ай, немножко не попал, ну ладно, давай. А все, сейчас зона будет бить, и все, ребятки, от зоны, короче, играем, вот так, не пускаем ее. Давай, иди нафиг, давай. Нереально, он как-то бойцов, если честно, фигово взял, кроме Барли, вот Барли реально меч не вынес. Так, а ну-ка, подожди. Главное, ребятки, сейчас ее урона носить, потому что она может ко мне подойти, и будет ГГ, и все, ребятки, мы, конечно же, выиграем. Ну что ж, чтобы, так сказать, первая моя пробная игра уже на видео. Фух, друзья. В принципе, давайте, наверное, сейчас возьму немного других бойцов, потому что мне сейчас будет интересно испытать других, и давайте, да, выберем других бойцов. Ну что, друзья, представляю вам мою команду на следующий раунд. Это у нас Тара, потом Дэрил и Джесси. Погнали, ребятки, сейчас, конечно же, всех вынесем. Я прям реально надеюсь, ну как бы в прошлой игре я на изи победил. Ой, там у нас пингвин какой-то, кстати. Ну как на изи, ребятки, там была прям примерно равная борьба. Ну что, где ты там, пингвиненок-то наш? А, ну-ка иди сюда, давай-ка, на нафиг, хорошо. Так, закидываем. Так, а ну-ка, нормально. Так, он вроде там пока что не попадает. Так, а ну-ка, хорошо. Тихо. Что ты такой жесткий-то, а? Тихо, спокойно. Спокойно, давай, добивай. Есть, карта задела его, отлично. Так, следующий у него это Тик. Вот Тик, конечно, сможет закидать сейчас. Ну, давайте мы, конечно же, постараемся сейчас быть аккуратными. Под бомбы не лезть. Так, опа, и играем также, ребята, вот так вот издалека. Спокойно, на бомбы не лезем. Тихо, ребята. Вот я, кстати, боюсь идти на эти бомбы, потому что один неверный шаг, и меня нафиг он закидает. Так, тихо, вот таким образом, например, сейчас мы его закидывать. Уходим туда, тихо, делаем вот таким вот образом. А, тихо, имбу мою, и ульту заюзай. Ну,
Блин, ладно, у меня следующий Дерри, у него, в принципе, хп побольше, может чисто сейчас попробовать запушить, давайте мы, в принципе, что-то и сделаем, так, чисто бежим, ой-ой-ой, это у него бомба его, черт, тихо, спокойно живем, главное отрегениться, главное отрегениться, главное отрегениться, так, спокойно, 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 бежим, 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 оббегаем все это, нормально, так, подожду, наверное, пока отрегенится моя ульта, и потом побегу на него, покачусь, точнее, шариком и запушу его, я думаю, это будет верное решение, так, давайте тихо побегаем, а что он такой, а? Что он такой жесткий, да? Челикс, ты что там? Так, хорошо, моя, в принципе, ульта уже готова. Давайте мы сейчас отрегеним нашу последнюю хпшку. Ой, не хпшку, а эту штуку. И все, пушим его. Найс, ребятки. Ну, остался Брок. В принципе, можно сейчас также отрегенить нашу вот эту штуку. Реально может чисто пушить. Слушайте, а дарю-то имба в этом режиме, мне так кажется, а? Чисто вот так вот делаешь. Вот так вот, хоп, поедешь и начинаешь его пушить. И все, друзья. И вот так вот заканчиваешь раунд. Красиво. Слушайте, а дарю реально имба. Давайте его еще, наверное, поставлю на первого персонажа. Вот, на центрального, на первого. И с ним попробуем, ребятки, затащить. Подождите, так, дарю, 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 дарю. Ставлю его. Так, а у меня. Чё, можно три дерева? Подождите. Допустим, подожди, сейчас поставлю три дерева. Это чё такое? Погнали так, ребята, три... А, каждого бойца нет, блин, ну ладно, нельзя, нельзя так сделать. Итак, друзья, вот такая моя команда на третий наш получается уже раунд. Нажимаю играть и погнали сейчас, конечно же, всех вынесем. Ну что, дуэли, снова тик, и нам сейчас бы, конечно же, лучше откатить нашу способность. Ой, не способность, фу-то, накопить нашу ульту, откатить, боже, что, ребятки, говорю. Да, немножко поднакопить нашу ульту, ну и потом, собственно, пойти на него. Так, а что, он вообще двигается там? А, он здесь уже, он уже здесь, хорошо, так, все, потихоньку ждем. Пока откатывается наша ульта. Вот так, собственно, бегаю. Слушайте, я реально хорошую тактику-то придумал. А чисто сейчас ждем нашу ульту. Тихо, спокойно. Главное, чтобы меня сейчас не убили. Спокойно, так сюда не нужно бежать. Там у нас закрытая. Тихо-тихо. Ну пошел нафиг отсюда. Давайте немножко отгоняем. Хорошо, все, и регеним. Три наши заряда. Регеним, регеним. Хорошо. И в принципе можно сейчас. Давай. Давай, 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 давай. И все, ребят, отлично. Запушили его, уничтожили. Отлично. Хорошо, погнали снова, ребятки. Регеним нашу, получается, ульту. А там, кстати, Эдгар. А он только на нас прыгнуть сможет, да? Давай с нами его опередим. Пока с... А, он уже прыгнул. Он уже прыгнул. Нифига себе, перекатываем его. Давай, давай, иди нафиг, иди нафиг. Нет! Нет, Эдгар, черт. Ну ладно, у меня зато есть Лола. Попробуем сейчас с ней, конечно же. Блин. А Эдгар-то у нас жесткий-то, а? Черт возьми. Кстати, Эдгар мне реально очень нравится, когда я сейчас за него играю в последнее время. Ой-ой-ой-ой, так, тихо-тихо-тихо-тихо. Все, а это изи было. Так, остается у нас Вольт, получается, да, если не ошибаюсь. Вот так зовут, сразу же спамим нашего клона. И погнали, сейчас за Лолу тоже будем разносить. А ну-ка, Челикс, иди-ка сюда. Ну, это изи сейчас будет, да, ребятки. И мы с вами выиграем. Слушайте, а реально, блин, имба. Мне этот режим очень нравится, на самом деле. И Шерри наша даже не поиграла, кстати. Вот, и за каждый персонаж мы с вами получаем отдельно по кубкам. То есть, за самого центрального, получается, мы получаем 3 кубка. Потом за Лову я получу 2 или тоже 3. И за Шерри, по-моему, 1 или 2. Короче, ребятки, давайте мы сейчас, наверное, уже не будем играть. Сейчас пойдем открывать наш Бравл Пас. Потому что у меня есть просто дофигища наград, и как бы это тоже займет время. Поэтому, как раз-таки, до конца видосика сейчас мы с вами все откроем. Ну что, поехали и начнем, пожалуй, с самого конца, 53 уровень, ребятки, погнали, открываем. Итак, монетки. Хорошо, я реально очень надеюсь, что мне выпадет новый боец. Прям, ребятки, я очень хочу себе нового бойца. Значит, новый значок выбиваем, нам не нужны вообще. Так, 200 монет, хорошо. Ящик, давайте погнали. Ящик монеты, пока и очки силы. Ладно, еще значок один берем, которым я вообще, кстати, не пользуюсь. Ребятки, мега ящик, погнали. Сколько? 5 приметов, блин. Ну, ладно, ладно, хорошо, пусть так будет. Сколько у нас там, кстати, мега ящика? Давайте чекнем. По-моему, еще 1, 2, 3, 4. Нормально, еще 4 мега ящика, ребятки. Слушайте, пойдет, пойдет. Думаю, у нас сейчас есть шанс выбить нового бойца. Погнали, большой ящик, открываем. Так, монеты, значит, Джесси, Нита и Эдгар. Очки силы. Хорошо. Так, монетки снова забираем. Это все давайте быстренько так скипать будем. Давайте большой ящик. Погнали. Давай, давай, давай. Очки силы. Хорошо. Еще ящик. Погнали. Так, ага. Ничего, ребятки, что-то пока реально ничего интересного. Так, очки силы. Еще давайте мы, наверное, их потратим на... А, в принципе, давайте на Тару, потому что у нее что-то вообще маленький уровень. Все, отлично. Плюс 125 очков силы. Хорошо. Так, новый наш эмодзи. Так, хорошо, ящик. Так, дальше у нас идет мега ящик после этого маленького... Ой, большого ящика. Точнее, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Так, и мега ящик, поехали. Пожалуйста, пожалуйста. И 6 предметов. Уже получше, давай. Так, ну скорее всего это будет... О, новый боец. Я знаю, кто это. Это Пенни, сверхредкий. Ну, слушайте, прикольно. 5 из 5 бойцов сверхредких. Слушайте, она достаточно крутая. Я когда играл в онлайне против нее, мне, в принципе, она нравилась. Ее способности, стрельба, там, это все, конечно, очень круто. Еще один мега ящик, поехали. И сколько предметов? 5, ну, ничего не выпадет. Ладно, давайте быстренько скипаем. И удвоитель жетонов, кстати, ну, это, кстати, неплохо, ребятки. Удвоитель жетонов реально неплохо. Так, ой, гемы, гемы, это очень хорошо. Так, еще значок, еще ящик, поехали. Еще удвоитель, так, большой ящик.
Снова погнали. Давай. И ничего. О, кстати, еще мегаящик, ребятки, отлично. Так, снова наши очки силы. И, ребятки, еще один мегаящик. А там еще мегаящик, нифига себе. Нифига. О, кстати, снова, возможно, сейчас будет боец, ребятки. Возможно, сейчас будет боец. Погнали. И это у нас, к сожалению, гаджет. Ну ладно, гаджет-то гаджет. И еще удвоитель жетонов. Нифига. Ну слушайте, это вообще нормально. Кстати, нормально. Повезло, повезло. Ну, конечно, лучше, чтобы боец был, но да ладно. Так, хорошо, погнали, открываем быстренько. Понятно, понятно. Так, еще один значок. Поехали. Так, еще монетки. Нормально. Еще наши, опять же, очки силы. Давайте снова, наверное, на кого? Давайте на нашу новую Пенни потратим, в принципе. Так, и мегаящик. Поехали. Сколько предметов? О, 6. Хорошо. Так, поехали. И что же? Новый боец. Е, ребята, 2. Это хроматический. Гейл. Офигеть. Ну, слушайте, ребятки, я рад. 2 новых бойца. Это офигительно. И еще, при том, хроматический нам выпал. Слушайте, офигительно. Мне очень нравится это. Хорошо, ребята. Плюс 2 новых бойца. Вообще по кайфу. Так, забираем. И давайте как раз-таки на него сейчас потратим все наши вот эти очки силы новые. Так, и вот он, ребятки. Давайте, поехали. И все, найс. Плюс 500 очков силы. Так, забираем скин на Лолу. Вот такой скин. Хорошо. И набор значков также, ребята, забираем. Неплохо. И еще большой ящик открываем. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, это монетки, там очки силы и, в принципе, все такое. Ну что ж, друзья, я открыл полностью Бравл Пасс, можете меня поздравить, наконец-таки я это сделал. И да, в принципе, я не зря в него, так сказать, вложился. У нас там еще в магазине что-то новое, давайте посмотрим. Скины у нас новые, а, на нашего Гейла новые скины, ну хорошо. Ну что, друзья, вот такой вот видосик по новому обновлению у нас получился. Пишите в комментариях, понравился ли вам новый режим, и напишите, играли ли вы в него уже. Также, ребятки, можете, конечно же, влепить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а с вами был я, Твикли, это была игрушка Бравл Старс. Всем большое спасибо за просмотр, я не прощаюсь, я говорю вам, до новых встреч, друзья!